Мы могли провести 3 недели во Флориде с оплаченными расходами, греться на солнышке, пальмы, летучие рыбки. Может, прекратишь? Возможно, стрит, возможно, ничего, и пара восьмерок. Так, бросайте это, парни. Что бросать? Мы пришли за машиной. О, да. Да, за машиной Нелли Вайнмайер. Музыканты. Умники. Ладно, поехали. Ставка на тузы. Это Хамбл был 1925-го. Зеленый двухместный, сэр. Он здесь. Да, здесь. Бензин нужен? Да, центов на 40, пожалуйста. Записать насчет мисс Вайнмайер? Да, почему бы нет? Да, и раз уж так пошло, залейте полный бак. Так, руки вверх все. К стене. Ты тоже зубочистка? Давай! Эй, присоединяйся! Порядок, босс. Привет, Чарли. Давно не виделись. В чем дело, Гетри? Что ты здесь делаешь? Просто зашел отдать долг чести. Ты мне ничего не должен. Я бы так не сказал. Ты порекомендовал своим дружкам мое похоронное бюро. Не понимаю, о чем ты. У меня осталось столько гробов. Будет жалко их не использовать. Честно, я здесь ни при чем. Очень жаль, Чарли. У тебя было бы 3 восьмерки. Прощай, Чарли. Нет, Гетри, нет! Нет, Гетри, пожалуйста, не надо! Кажется, сейчас мне станет плохо. Так, выходите оттуда. Давайте. Давайте. Мы ничего не видели, верно? Что? Да, ничего. Вот видите. И если вы, парни, сводите счеты друг с другом, это не наше дело. Мы не... Мне кажется, я вас уже знаю. О, нет, нет, мы просто пара музыкантов. Мы пришли забрать машину. Машину Нелли Вайнмайер. Сегодня будут танцы. Идем, Джерри. Минутку. Куда вы, по-вашему, направляетесь? В Урбану? Это в 100 милях отсюда, так что... Никуда вы не пойдете. Нет? Мне не нравятся свидетели. Мы ни звука никому не пророним. Вы уже никогда ничего не пророните, и не только звука. Ладно, ребята, смываемся отсюда. О тех парнях позаботимся позже.